прямо сейчас мы с вами увидим замечательную женщину лешего, которая живет в лесу совершенно одна. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, кто вы? Меня зовут Галина Зелень. Зелень, потому что вы любите природу? Нет, потому что я сидела за доллары. И как вам в этом лесу? Охуенно. А как же социум, как же право на выбор? А у вас есть право на выбор? Нет, но... Ну вот и у меня нет. Вам не страшно то, что вас окружают животные? Не тыкай меня своей хуйбалой, вас тоже окружают животные. Вон твой олень-оператор постоянно ходит туда-сюда, камеру не тряси, блядь, трясогузка. Как вы относитесь к проблеме карантина? А я к ней никак не отношусь. Наш депутат лось сказал, что все заебись. У вас депутат лось? А у вас, на тебе шишку, чтобы стояла твоя кочерыжка. Почему такая маленькая? А что, у тебя больше? Можно народную мудрость от Галины Зелень? Девки, берегите дупло с молоду. Пошел нахуй отсюда, у меня белки сейчас будет охота. Давай, давай, хуя, и ты, придурок, иди отсюда нахуй. О, Галечка в сети, блядь, как бы сказать ей, что я ее люблю? Блядь, долбоеб, возьми и скажи. О, Вадюша написал, блин, как же я его люблю. Ебать, сразу ответила. Блядь, да конечно сразу, потому что тебя любит, ты шака. Я ебать, ну все, теперь пора действовать. Да ну нахуй, красавчик, отправляй! Так это не сильно жестко. Ёб твою мать, долбоёб, сука, как ты меня заебал? Чё, блядь, тупорылый нахуй или шо? Кто вы? Давай за мной, блядь, бегом! Я никуда с вами не пойду! Чё, блядь, сука? Отпустите! Завали ебало своё! Сел! Да ну что такое? Вадюша? Галечка? Да что тут происходит? Говори ей! Я не знаю! Я тебе сейчас нахуй кастрюлю прострелю! Галечка, я люблю тебя! Это так неожиданно! Ты чё, швабра ебаная, охуела? Стреляйте, Вадика, я люблю тебя! Да ну нахуй! Я тоже рада! Это что у нас получается, что мы любим друг друга? Ну, получается, что да! Ну наконец-то! Любимые, я дома! Привет, дорогая. Пупсик мой, что ты рисуешь? Так, а где наша мама? Ты что, прикалываешься? Что ты так пугаешь? Доченька, а что рисуешь? Диана, что это еще за картинки такие? Диана? Диана, ты где, доча? Доча, ты решила играть со мной в прятки? Диана? Доча? Это не смешно, открой дверь. Руслан, отпусти нас. Мне тяжело без вас. Я понимаю, но нам здесь не место. Привет, пап. Слушай, я тут машину присмотрел. У меня как раз скоро день рождения. Можно секунду? Ты прекрасно сдал направо. Давай детально все дома обсудим. Супер, супер. Спасибо, пап. Все, не отвлекайся. Пап, слушай, давай обсудим твои слова.
Давай. Я. Спасибо, мой. Сын, будем спать. Спасибо за ужин, мамуль. Пожалуйста. Люблю тебя, пап. Я доем. Русь. Да, пап? Сынок, я горжусь тобой. Я поздравляю тебя. И пока всего лишь этот скромный подарок, эта шкатулка, но ее подарила мне моя мама. Слушай, при своих возможностях и обещаниях ты даришь мне всего лишь шкатулку? Ты ничего глупее не мог придумать. Русь, может, вернешься домой? Ой, слушай, да пошел он, я сам без его помощи всего добьюсь. Спасибо. Приносим соболезнования. Ваш отец ушел. Вам наследство досталось все имущество, и вам требуется в краткий срок приехать и писать документы. Моя душа плывет к тебе. Сынок, иди в комнату. Он перед уходом сказал зайти туда. Незаметно вытру глаза. Скажу привет, я соскучился. Как ты там? Сердце барабанит, бьет тревогу. Вот цветы. Если ты читаешь это письмо, то меня уже нет. И снова это. Ты такой же упертый баран, как и я. Переверни шкатулку и потряси. Говорят, я люблю тебя, сынок. Живет память, пускай эти стихи оберегают сердце пламя. Я позабочусь о маме. Я обещаю, папа. Как жаль, что тебя нету рядом. Я буду сильным, ведь я его